Осталось несколько дней до матча. Сегодня была достаточно легкая тренировка по сравнению с предыдущими днями. У нас осталось еще одно занятие до игры, и я уверен, что мы подойдем к матчу в хорошей форме. Сегодня мы много работали над стандартами. Я всегда стараюсь уделять им особое внимание, так как считаю, что это моя сильная сторона. Я много тренирую угловые и ближние штрафные и пытаюсь сделать их опасным оружием в моем арсенале. Несмотря на слухи, мы продолжаем готовиться к игре с Оренбургом. И мы настроены на тяжелый матч. Мы постараемся быть готовы на 100% к этой игре. А что же будет в итоге, мы узнаем уже в воскресенье. Пошел! Каждая проведенная минута на поле добавляет игроку уверенности. Я выкладываюсь на тренировках и стараюсь зарабатывать как можно больше игрового времени. Но я понимаю, что в первую очередь я должен приносить пользу команде. Поэтому изо дня в день я стараюсь улучшать свою игру.